Всем привет, с вами Сергей. Сегодня посмотрим отель, который называется Baron Beach Hotel. Этот выпуск будет интересен тем туристам, которые любят останавливаться в центре города Паттайя. Потому что этот отель расположен буквально в 20 метрах от известного торгового центра Central Festival. Все, что нужно, в шаговой доступности. До городского пляжа буквально 5 минут пешком. Отель популярен благодаря тому, что он дешевый и находится в центре. Многие туристы, которые здесь останавливались, пишут в своих отзывах, что в принципе отель нормальный за эти деньги, которые он хочет. Номера вполне сносные, общественные зоны в принципе ничего, но есть свои минусы, такие как очень большое количество людей и шумно. Давайте я вам все здесь покажу, и возможно этот видеообзор вам поможет. Отель трехзвездочный, очень простой. На первом этаже расположен ресторан и бассейн. Тренажерного зала в этом отеле нет. Здесь два спальных корпуса, и между ними расположен бассейн. Друзья, хотел сказать, что мой канал независим ни от одного отеля, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Это все очень важно для развития канала. Большое вам спасибо! Мы посмотрели общественные зоны и направляемся с вами, посмотрим, как здесь выглядит номер. Этот номер называется «Улучшенный» с двумя отдельными кроватями. Его размер чуть более 30 квадратных метров и вид на город. Как вы видите, вид из окна на боковую часть торгового центра Central Festival. Номер, на мой взгляд, абсолютно нормальный. Шумоизоляция вроде бы хорошая, с закрытыми окнами я не слышу никаких посторонних звуков. В низкий сезон этот номер можно забронировать от 28 долларов в день за двоих без завтрака. Ванная комната чистая, просторная, все отлично. Всем привет! Что могу сказать от себя? В принципе, можно рассмотреть этот отель для проживания в центре. За эти деньги абсолютно нормально. Друзья, пожалуйста, напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу этого отеля. Как вам цена от 28 долларов в день за этот номер? Конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные видеообзоры. Мы с вами идем дальше. Всем пока!